Так, я здесь. Так, следующая вещь в 1.7 патч, в 1.17 патч для Европы 4. Фабрикация клаймов открывается технологически. Еще неизвестно, да, на каком технологическом уровне. Жесть. Ты еще и влететь в вар сразу не получится, что ли? Реально? Давайте сразу подготовимся тут. Надо косарик здесь оставить. Мало ли чего. Так, ну, видимо, войну мы эту не закончим до. Мне надо уже идти. Время, грубо говоря, 4 минуты. О! Берись, пробка большая и маленькая. Давай, давай, давай. Да, до вечера. Не забывайте, сегодня большая мультиплеерная партия. Ну, вы в бегущей строке, я не помню, я изменил там день недели или нет, в бегущей строке там. Вот забыл. Так, крепость упала, давайте проатакую. Три минуты у меня остается, на атаку хватит, я думаю. Давайте вот сюда атаку проведем, потому что здесь они на осаде, они вот как раз сейчас туда зайду, да? Успеваю я их туда влететь? Вроде бы да. Надеюсь, эти не сойдут. Чих-пых, чих-пых. Давайте дождемся конца месяца. Даже больше, чем надо, блин, еще месяц подождать. Ну хотя тут, блин, крепость сейчас упадет. Так что влетаем, пофиг. Их пехотки тут, конечно, уже не хватает у ребят. Ну все, норм. Так, а что у меня там написано-то? А нет, все правильно там написано, в четверг, значит. Все видели, должны были увидеть. Все замечательно. Ну, в принципе, ну, киллу, конечно, надо расстреливать на 100 варскора, блин, хотя займов уже прилично. Глянешь, что там навоевал, ну так, посмотрим, что получится. По идее бы уже вот надо бы уже, наверное, заканчивать вар. А то что-то дорого он обходится мне уже. Сколько скилловых денег можно снять, если можно? Блин, всего лишь? Всего лишь? Так, и тогда я посмотрю сейчас по золотоносным пробам сначала. Just a moment. Так, Зимбабве, по-моему, Бутуа. Масара. Вот так вот, короче, бжух. Сейчас посмотрим, лезут они или нет.
69, да, надо, блин. Ну, еще чуть-чуть, в общем. А, стоп. Ну, еще чуть-чуть надо. Еще одну крепость, и все. То есть, вот эту крепость мы берем, и война заканчивается. Все, я сохраняюсь и ухожу. До вечера. Всем спасибо за просмотр. Ачивку... Напомню, ачивку «Кубинские сигары» мы выполнили. Продолжаем за Кубу. Попробуем выполнить еще дополнительные ачивки. Это 10 золотых проф и, возможно, там еще несколько получится. Доход, ведущий топ-доход, не имея провинции, как там правильно звучит, свыше 10 девелопмента и еще какая-то. Забыл, как она там еще какая-то есть, которую можно закупить. Ладно. Все, всем спасибо. До вечера, пока.